Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Номер 1319. События дня. Филиппийцам 4:6. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. За 27 июля 2019 года. Объявление. Смотрите, можно тормознуть курсором и дальше читать. Далее, тут какая переписка была, кто что писал, это прочитайте за этот день. Буквы упущены вы. Вячеслав трудится. Благослови его, Господи. Вячеслав Семенов подробно все пишет, у которых нет. Зачем это все выкладывать? Ну, не заходи, не по тебе. Нет, начинает сквернословить. А зачем это выкладывает? Неужели советоваться с каждым надо? Зачем фильмов столько ставят, книг пишут, газеты, картины, выставки, соревнования? Тут везде можно зачем. Не по тебе не надо. Отошел и все. Чем занимались? У меня бульдозер здесь пришел. И целыми днями я нахожусь там. Сейчас мы на втором мостике. Работа идет, кое-что снимаем. Показываем. Вот. Непростое это дело восстановить с нуля покинутое селение. Если бы просто еще бы было. Исчезает каждый день селение. 21 тысяча исчезли, 10 тысяч готовы исчезнуть, 1-2 человека остались. А тут все по-другому, восстанавливаются дороги за свой счет, плотины. Все по-другому идет, потому что верующие тоже не нравятся. А что нравится? Он не знает, зачем родился, первый вопрос. Он не знает Бога. Все сквернословы нерожденные, то есть сатана крутит ими, это не человек отвечает. Заходит, все сквернословит и сквернословит. Вот. Я уже не знаю сколько, но заблокировать пришлось. Примерно 10 500 человек. Примерно. Каждый день десятки. И ни имени нет, вот какими. Ну, что перед глазами есть, то и называют. Там ники, аватары, безумие. Нам зачем это? Живи интересно для Бога. У него что он покажет? Ничего он не покажет, у него и нет ничего. Хорошего Бог дал бульдозериста. 66 лет ему работает, трудится. И видно, как у нас ландшафт меняется. Все. Целый день там, поэтому я на поле, никуда нельзя уйти. Надо смотреть, подкорректировать, подсказать, потому что он сидит там, и не все ему видно впереди. Увидите дальше с Богом.